Статику можно брать не обязательно отсюда. Я вот с любого места, где ты гарантируешь, где гарантируешь, где это самое, вот у нас было, что парень вот под сиденьем брал у себя статику. Трубочку-то вывел. Ну, оно без трубки, он прямо здесь прогрессит. Да, он, нет, он сейчас работать будет. Не, просто я думал, что одну трубку можно сюда, коктейль ставить, видишь, я думал, что одну трубку сюда. Да, нет. Вот у тебя идет, да, вот сюда две трубки. Две идет сюда, вот. Да. Я тоже, как по самолету делал, что раздвоитель и сюда выводил вот с этого прибора. Ну, статистика. Вот. Но, в принципе, он работать будет так. Нет, скорость показывает, все равно это показывает. Ну и высоту будет показывать. Ну, высоту не глядел. Я тоже делал тройники, все. Ну, ясно. Высоту будет показывать, составное что-то выставляется. Ну, все работает, да. Говорит, вот тоже в ноль стоит. Высоту. И это тоже пока сам себе без трубы, все. Да. Это тоже. А, ну тоже, типа, статика, да. Блин. Ну, я делал тройники, а скорость только через динамику. Ну, скорость, да. Ну, это скорость показывает, идет, самое. Я брал, это, знаешь, шланги вот эти оттопливные трубки вот эти отжигают. Ну что, пробуем завести? А силиконовые трубки продают? Силиконовые. На полном газе. Да. Зачем? Я надо что-то убирать. Сложиться может. Да, может. Не, ну вот это потом, потому что когда... Тяга большая, надо что-то упираться. Да не, я катался, ни хера, да? Ну покатался, ты сидел тут. Я же сяду все равно. А, ну ладно, давай. Я бы садиться на него, так.